Привет, меня зовут Руслан, моя собака Люля где-то там бегает, я не знаю, где-то в доме. Сегодня будут очень маленькие покупки из магазина, я думала снять, не снять. Сначала передумала, думала, ну будет неинтересно, потом решила все-таки снять. Так, первое, это вот такой корм Грандорф для Миши, это уже мы третью пачку берем, он закончился. Нам такой пачки хватает на один месяц, где-то может чуть меньше, 12 килограмм. Тут это ягненок и рис. Гипоаллергенный, ну, тут для джуниоров, для щенков. Так, давайте смотреть дальше. Дальше это корм от фирмы Биофар для шиншилл. Фирма Биофар очень хорошая. Такой корм пробовала первый раз, вот только открыла пачку. Папа только приехал, купил там все. Вот только открыла пачку, Шут сейчас кушает. Сейчас могу показать. Вот там я ему в миску насыпала корма. И вот он кушает сейчас, грызет там. Просто. А, Лёля пришла. Кушает. Супик. Вот видите, он грызет. Что ты? Она обожает легкое. Вот это она так его выпрашивает постоянно. Так, не могу я клетку закрыть дурацкую. О, все. Что ты выхорался? Так, вот. Тут много разных зернышек вот таких вот. Точнее, ну, как бы разные какие-то вкусняши, гранулы, вот. Шустрику вроде нравится. Это корм, который я купила быстро, и денег у меня больше не было. Он не ест, от фирмы Вакка был. Вот. Так, и последнее, что Люля обожает, это для Люльки вот такие вот лакомства. Это легкое говяжье, немножко говяжье баранье. Да, говяжье большое, мягкая упаковка. Тут даже, вот видите, новая, видимо, новинка, титбит. Сухой корм появился. Интересно, мне кажется, каким он будет классным. Если будет хорошим, может попробую залить им Лёлю. Вот. И Лёля обожает просто. Лёль, давай сидеть. На, молодец. Суслик, давай, суслик. Тихо заваливаешься. На. Тихо, осторожно. Давай. Грызи сбоку. Смотрите, она сейчас будет что-то сделать. Давайте вот возьмем еще какой-нибудь кусочек. Вот такой, например. Только буквально открыла. Ну, давай. Хочешь? Давай. Давай, прыгай. Смотрите. Видите? Ты хочешь, да? Так хочешь. Давай, возьми. Возьми, давай. Ой, ты моя хорошая. Проси. 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 Да, молодец. А стой, давай. Давай, танцуй. Не-не, танцуй, танцуй. Давай, танцуй. Танцуй. Молодец. Давай вальс. 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 Сейчас, иди другой рукой. Не, не ровно. Вальс. Вальс. Давай, вальс. Лёсь. Вальс. Молодец. Все. Вот такие были покупки. Они были не очень большие, но все равно, я надеюсь, вам понравится. Вот. И... ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока-пока-пока!